Здравствуйте! Сегодня мы с вами сделаем вот такую замечательную подделку. А для этого нам понадобится цветная бумага разных цветов, клей-карандаш, ножницы и детали, которые я подготовила заранее. Берем цветную бумагу. Складываем пополам. Это будет основание нашей с вами подделки. Берем второй лист цветной бумаги и вырезаем прямоугольник для того, чтобы туда поместить наши с вами цветы. Это будет кармашек. Мы с вами берем клей-карандаш и промазываем края с трех сторон. Один край мы не промазываем, для того, чтобы у нас получился карман. Приклеиваем на основание вот таким вот образом. Затем мы берем подготовленные заранее мной детали и на полосочку наклеиваем круг из цветной бумаги самого большого размера. Вот таким вот образом. Потом берем круг из цветной бумаги поменьше другого цвета и промазываем клеем. Наклеиваем на круг большего размера. Вот так. Берем самый маленький круг и наклеиваем его в середину. Итак, у нас с вами получился первый цветок. Вставляем его в нашу открытку. Берем полоску из цветной бумаги. Берем самый большой круг, промазываем его клеем. И таким же образом, как и в первый наш раз, наклеиваем цветную бумагу. Наклеим круги друг на друга. Вот таким вот образом. У нас с вами получился второй цветок. Берем полоску, самый большой круг от цветной бумаги, промазываем клеем, наклеиваем, берем второй круг поменьше, промазываем клеем, наклеиваем на большой круг. И берем самый маленький круг, промазываем клеем и наклеиваем серединку. Вот таким вот образом. У нас с вами получилось три цветка. Мы вставляем их в нашу открытку. Вот такая замечательная подделка у нас с вами получилась. А я надеюсь, что у вас получится еще лучше. Всего доброго, до свидания!